Значит, у нас сегодня машинка Кайрон. Шиньон Кайрон 2.0 XDI на автомате. Вот, с пробегом 158 тысяч. Что по этой машине? Всех хочу заверить, автолюбителей. Есть такое, включается у людей, как суета такая в голове. Что если что-то происходит, то типа нужно сразу, короче, там что делать, форсунки менять. Вот, и так далее. То есть машина утром не дымит на холодную. Хозяина смутило, что типа запах есть в машине, и типа, ну, с выхлопа есть, типа нужно типа форсунки делать. Вот, диагностику сделали, все в идеале работает. Сливы, наливы по форсункам. По коррекции все отлично. Единственный нюанс, как бы, что типа выхлоп, вот, как бы он типа вот. Ну, когда прогревается, выхлоп отличный, как бы, как подобает новому дизелю. Так вот, совет. Дорогие хозяева машин с топливной аппаратурой Delphi. Если вы ставите оригинальные фильтра, то как бы вам, в принципе, бояться ничего не нужно. Вот так вот. Не надо лезть, если там ничего не поломалось. В принципе, все.